Апсвот сейчас ходит, да, нахуй, хараху, кас я хама нахтула, джи, трижва, типен, пи, амарт, хуй, рухны, и хадзо, алыц, курт, взита, хара. Уси, и пшиху, алыц, курт, хабхедзара, рацфадзам, аха, и ху, амач, гид, зижва, рабхедза, и дыргалует, аха, табзира. Абзира, шима, с хатырску, а теле хобшцвам, я хит, бях, тыжим, тыжа, хара, хазат, галует, а типен, и трижва, адзы, кудры, атым. Ял шума, ари, алыц, урыстыла, пи, ахуй, и ганза, анагара. Аджгизи мадзадза мадзызы гиш рыцку апстаза аразырчьё пхяха изгуа какун ишыгу. Ацухтан пиам тыкурзы дуны ихинза надзадзу и харака шоура хигу отбула кварчу адзрыв пирзым хо ялагит. И хигуги ахтабзира дары лагуб. Пыла кварчу литра кадзы и ха ахучки хит литра кабылпы аста. Арезца аразы апсны ауады юрыгадзам. Пыла джирачу падзи эсква адзыхква. Ярубаски адгелаца гай цвецача хоб адзыт мазараква. А специалист фараз Закурила псна псабара чиху адзихква хана зитамбадзу адзихква рах яцанагуит. Уизахую чиду псабара тагла защаква руб. Убрезы адзиза хана заводыра кухауцу мархой дара. Хтула чимек зарах да иху адзи экономика гана хялаги ахар хвара алшуит. Яхвяп адзихтула антазиганы тиистки, а бюджет ахирак шекзыргулу акаку на ишихалу зато изныкамкон ирфахейта царауа. Ахауэс зара макян идзбамкон янхуит. Я хотел бы вам задуне у абсура ирхуадзе архойт, хтулочки усаупи шоко, уизахё амзэску и вэпшим. Ай башакалан задзе бкян курчирты идзумаст, аха яхя акалак у абсура агурарам гуялаги такранак он бияуа адзе, уэхат абзира лакупха ирбхэдзойт. Я хотел бы вам таза ауи адзе ай хуартил шоит, адбкянква зэгирджа гарака иртэйва айпшам зара дара за ирасо. Иртэйвэд атыпан итрыжуа адзкварепш, Урстылан би и аргоги. Рага и губазанта, гумста, гудры, губай, бунаква уха. Аха яр бандзу ахуйча эха бзия ирго. Харада адзи и харак ярхуйт апхан би аамта за уизит фалу и лгау пхампада. Адзи не еха и мачин ярхуйт. Аха уизги адзи ахуара и агудзум ауа. В основном наши покупатели предпочитают именно местную воду. То есть даже среди приезжих людей они спрашивают либо Кадор, либо Сухумский родник. Могут спросить о Занту. В принципе, идет именно только местная, как бы покупную, которую привозная вода, а ее особо не спрашивают, ну, мало кто-то есть, любители. Некоторые россияне любят, да, бунакву, к которой они уже привыкли. Но большинство уже намного лучше привыкли именно к нашей местной. То есть, в принципе, самой лучшей водой считается либо гумиста. В основном предпочитает большинство именно гумисту, которая идет либо в стекле, вот она, которая стоит, находится у нас, есть газированная, есть без газа. И предпочитает именно Кадор без газа. Его забирают именно упаковками и баклажками, забирают постоянно, спрашивают за это. Сухумский родник, он еще не особо такой ходовой, который не очень многие знают, и некоторым оно просто не нравится по своим вкусовым качествам. Какова ценовая политика? Местные дороже или же дороже? Нет, местные не дороже. Вот, к примеру, у нас Сухумский родник, он стоит 21 рубль. Также и Авадхара стоит 21 рубль, то есть не больше. Они не превышают определенную какую-то, знаете, сверхъестественную цену. Они не превышают. Адзы кудры атыжры ялагит и винески жею шуксарзы. Гуяха салыц атыпан беджермыки яхтагны егуб. Убренывсен гери алыц изныкам куанахуахтра аглых радпалат ацвыргак цакуаны мяпыргу афянырч вақ идзырыргур хабхядзара джы егуб. Ари адзы хатабзир адбы зырца быргу ахамтакур хабхядзара мачца. Мурцыги яхнагу атыпанырколахит атыцамцыджы. Наша вода была кудур. Первая абхазская вода, которая была сертифицирована в России по стандартам Евразес. Вот. Несколько лет мы пытались выйти на российский рынок, но это сделать достаточно сложно сегодня с ограниченным ресурсом. Тем более, что наша продукция абхазская по воде именно, она не конкурентоспособна на сегодняшний день в России по ценовой политике. Да, она нравится и потребителям, и тем, кто готов заключить контракты. Но мы будем работать, если нам и государство навстречу пойдет. То есть некоторые барьеры, которые сегодня существуют, поможет преодолеть. Ну, также, если наш внутренний рынок позволит нам расшириться,
вот, то мы готовы, конечно же, дальше идти, работать в этом направлении. Вода – это неотъемлемый фактор каждодневного пользования человека. Вот именно по воде – это такой специфический сегмент, где очень широко распространена подделка воды. Потому что воду, как правило, на вкус и цвет определить может только специалист. И этим пользуются многочисленные, ну, недобросовестные, так скажем, производители в России. Это как бы не секрет. Поэтому абхазская вода, в принципе, любая абхазская вода, которая выпускается согласно требованиям нормативным, она достаточно хорошего качества. Почему? Потому что это вода природная. Природа у нас, экология, слава богу, пока еще сохранилась, в чем и, конечно же, и заслуга самой природы просто-напросто. А наша задача ее не испортить. Вот. А то, что касается воды Кодор, она чем отличается? То, что это, если по Абхазии брать, на сегодняшний день, пожалуй, единственная артезианская скважина глубинная. И вода содержит определенный, сбалансированный состав микроэлементов, который необходим для полноценного развития человеческого организма. Вот, содержатся такие редкие, уникальные вещества, минералы в воде, как йод и фтор, которые, насколько я знаю, больше ни в одной воде в Абхазии не содержатся. Вот. А то, что касается, конечно же, если сравнивать с российскими производителями, ну, я еще раз повторяю, мы не можем выдержать конкуренцию ни по объемам поставок, ни по ценовой политике, потому что это сопряжено и с логистическими затратами, и также с производственными мощностями. Человек живет перспективой, безусловно. Мы и наше предприятие не единственное, которое хотело бы выйти на российский рынок. И перспектива есть у многих абхазских производителей. Нужно, на мой взгляд, в Абхазии организовать предприятие, которое будет выпускать упаковку, тару, от которой целиком и полностью зависит любой производитель. И не только воды, и сладких напитков, и так далее. Все, что касается вот упаковки. Мы же сегодня, все предприятия Абхазии, мы подвязаны просто к рынку России, Краснодар, Ростов, Москва, и целиком и полностью от них зависим. Если они завтра, значит, повысят цены, что периодически каждый год в связи там, с инфляцией, в связи с кризисом, который сегодня в мире и в России в частности. И поэтому абхазский производитель вынужден также периодически реагировать на такое повышение цен. Если бы упаковка делалась бы в Абхазии, соответственно, продукция была бы по себестоимости дешевле, и для потребителя она также была бы более доступной. Возможно ли наладить вот производство тары здесь на месте в Абхазии? Осуществимо? Нет, ничего невозможного, если правильно подойти к поставленной задаче. Это абсолютно возможно. Согласно инвестиционной программе, которая вот и в данный момент работает, было сделано предложение, на которое я отреагировал, и составили, значит, в Москве бизнес-план, консалтинговая компания. Вот мы обращались, проект был выдвинут на то, чтобы его рассмотрели в российском инвестиционном агентстве. Вот, но, к сожалению, пока ни ответа, как бы, ни отказа, ничего мы не слышим такого. То есть дело заморозилось. Почему заморозилось? Ну, сейчас я не готов говорить, почему оно заморозилось. Это вопрос уже не ко мне. Я готов, как бы, как человек, который организовал предприятие, которое уже несколько лет работает на рынке Абхазии. Я готов, как бы, взять на себя, кстати говоря, ношу
потому что эти средства, которые дают, они возвратные. И причем с определенным процентом, это надо еще очень постараться, чтобы их вернуть. Понимаете? И поэтому, если сегодня в нашей стране, где экономика требует, мягко говоря, большого развития и прорыва даже, можно сказать, если люди берут на себя такую ответственность и готовы работать, я думаю, надо это учитывать. Чем, допустим, привозить все-таки российскую воду, да, если у нас все-таки есть своя вода? Ну, хотя бы для того, чтобы поддержать местного производителя. Ну, правительство адекватно отреагировало на эту меру. У нас есть ввозная пошлина на российскую воду, которая, ну, фактически является заградительной мерой. То есть как бы поддержка местного производителя. Такая мера, она есть, это у нас не единственная, это во всем мире, и в России такая, это общепризнанная практика. Вот это все понятно, правильно. Но дальше уже дело внутреннего производителя. У нас сбыт ограниченный, понимаете. Население у нас, мы все знаем сами, какое небольшое. Вот из них большинство людей пьют водопроводную воду. Вот, и почему-то люди, просто еще, видимо, культура потребления воды у нас еще на уровне довоенного понимания, когда более-менее там и экология была другая, и, ну, много чего было другое тогда. Вот сегодняшние реалии, они говорят, что водопроводная вода по своей сути, она такая же хорошая. Если вот брать город Сухум, это та же гуместинская вода. Но пока она доходит до потребителя по коммуникациям многокилометровым, нуждающимся в капитальном ремонте уже не один десяток лет. Понимаете? Вот тогда, вот в этот период, пока она доходит до человека, она теряет свои свойства, она загрязняется механически. Понимаете? И, соответственно, человек может, особенно в летний период, и особенно дети, могут внести в свой организм, помимо жидкости и паразитов, ну, это санэпидемстанция на это четко реагирует, она знает и дает все ответы. Поэтому я сейчас тут Америку не открываю. Из расчета на абхазский рынок создавать предприятие сугубо на воде – это заведомо убыточное предприятие. Конечно же, задача максимум была – это выход на российский рынок. Необъятный просто рынок, если мы можем любой продукт, не только воду, любой продукт, который Абхазия может качественно и в объеме выпустить, российский рынок его потребит, причем с большим удовольствием. Вот, соответственная задача у нас была. Вот подтверждение, все, что вы вот здесь видите. Это неоднократные выставки, неоднократные там, получения различных там, наград, дипломов и так далее. Вот, подтверждающие качество Евразес. То есть наша абхазская продукция может реализовываться на территории таможенного союза. Вот. Но опять-таки ж те больные места, связанные с нашей ценовой политикой, и от чего это зависит, мы ранее говорили, с нашими объемами ограниченными, вот, не позволяют нам выйти. А, ну, тем не менее, 3 года мы пытались выйти, даже в ущерб себе по экономике, для того, чтобы где-то себя зарекомендовать, чтобы встать на какую-то полку и так далее. Но вот последней каплей это было, когда у нас в прошлом году, по-моему, ввели закон об НДС. То есть наша, получается, что наша продукция и так не конкурентоспособна, а мы ее еще на 10% удорожали, тем самым создав благоприятные условия для экспорта. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть, ну, потом, видимо, правильно поняли в правительстве люди задачу и ситуацию сложившуюся. Ну, потом ее через полгода убрали, но вот за этот период у нас произошел такой сбой, что мы сегодня даже нам экономически просто нецелесообразно вывозить продукцию.
самому продукту, я могу сказать, что он относится к продуктам этого порядка высшего качества, высшей категории. Чем обусловлено это качество? Во-первых, это солевой состав. Он очень сбалансирован. Одна сторона вопроса, значит, наличие редких элементов, крайне необходимых человеческому организму, каковыми являются йод и фтор, необходимые для нормальной физиологической деятельности человеческого организма, щитовидной железы, фтор, вещество, необходимое для формирования зубной эмали. И другая очень важная сторона – это вкусовые качества. Вот этот сбалансированный солевой состав и возможность того, что предприятие смогло сохранить в конечном продукте весь этот набор, является весьма показательным, и это оказалось востребованным и оцененным на международных выставках. Я могу сказать, что в данном случае мы имеем один из положительных эффектов и проектов, связанных с использованием имеющихся у нас ресурсов. И это достойно уважения. Товар должен быть качественный и хорошо упакованный. Вот тогда он будет пользоваться спросом. Но помимо этого всего, должна еще цена быть привлекательная для обычного покупателя, для обывателя. Цена должна быть доступной. И она должна быть, помимо того, что она должна быть доступна, она должна быть дешевле, чем российский производитель. Вот такую задачу мы пока не можем выдержать. По качеству, по дизайну, по всем остальным показателям мы можем конкурировать. А вот по ценовой политике мы пока еще вот желает лучшего эта ситуация. Вот в ближайшее время мы вот стали выпускать, буквально вот с прошлого года, детскую воду «Кадорик». Она также разливается в тех же условиях, по тем же критериям, по тому же регламенту. Единственное, она чем предпочтительна, она рассчитана на контингент именно детей. Поэтому и называется «Кадорик». Она отличается тем, что она просто обогащается кальцием. Если в обычном «Кадоре» уровень кальция в два раза ниже, чем здесь. Так как взрослому человеку потребление кальция не столь как бы желательно в больших пропорциях. А здесь она как раз в тех пропорциях, что нужно молодому подрастающему детскому организму. Многие задаются вопросом, почему кадор, думают, это что с кадора вода берется. Нет, это подземная линза Кадорской поймы, древняя еще, это как бы вся эта территория, это если геологию, географию брать. А на самом деле название исходит от того, что Кадор — это наша родина, это там, где мы родились. Вот это все, что связывает меня лично, все мое детство, то есть это вот еще с тех времен идет, понимаете, у меня вот в голове, это то, что нам дало жизнь, энергию, поэтому Кадор, тем более это близко, вот. И Кадор — это самая большая река в Абхазии. Вот самая мощная, энергетически такая вот как бы сильное место. Вот поэтому назвали Кодор. Ишпахацат бахтулачи трежу алыцко уртархабхядзарачи штайгопа брендкоги антыцки ахархвара роуртбипш. Вярадария цара такахаца Руси Марьяма рака хюндкара цхыра аракана цару. Макяназы аусткылыча атыпанпи аахуэрнапахи даргойд. Уй алыршахойд аалыца тыжран ахатабзира апхи эндыргылу. Атырской дельхопшца бриоп яхазым яшхола атыпан и трыжуа алыцква. Абзира за нысту хайкшуранца.